Наш интернет-магазин ummabook.ru. В том числе, если вы посмотрите меню данного интернет-магазина, вы увидите раздел «Парфюм». Это не такой простой парфюм, и даже вот недавно мы заходили в один из магазинов больших парфюмерных, просто нужно было что-то взять там супруге. Очень много парфюмов самых разных, брендовых, но они, к сожалению, все те, которые стоят 50, 60, до 100 долларов, они все нестойкие. Я сам увлекаюсь парфюмами уже очень давно. У меня большая коллекция именно селективной парфюмерии. Да, они в основном все спиртовые, но на нашем ummabook.ru есть раздел «Парфюм», и там именно парфюм, именно стойкий, в том числе из селективных, очень высокого качества и в виде масел, и с разные объемы бутылочек, побольше, поменьше, очень удобно в дороге. В сумочке вы содержите, даже вот такой маленький объем можете. А с собой и стойкость, да, то есть на кожу вы мажете, стойкость 2 дня. То есть вы помазали, да, как вам удобно, на какие части тела удобно, и все. То есть стойкость, но лучше не на руки, там уже сами смотрите. Да, то есть на грудь, на живот. Сюда вы помажете, все, это целый день работает. Но, безусловно, то есть с точки зрения там чистоты тела на чистое тело, да, безусловно, прямо-таки на подмышки не рекомендую. Там лучше после душа побрызгать именно спиртом, чтобы он дает определенную такую как бы устойчивость аромата вообще, то есть каким-то чем-то спиртовым. Но именно масла, да, грудь, живот, внутренняя часть рук, не перебарщивайте, потому что реально, вот сейчас я 2 раза помазал, очень мощный аромат, и он стойкий. То есть он реально стойкий. Утром после душа несколько мест помазали, растерли, супер. Это отдельный телораздел в меню на ummabook.ru, эксклюзивно. Стеклянные, очень симпатичные, масла очень высокого качества. Вы столкнетесь там, увидите самые разные названия. Попробуйте что-то одно даже для себя, для настроения. Супер. Тем более аромат, ну вы знаете все то, что плохие запахи, как и все там помойки и так далее, привлекают дьяволов и джиннов. А приятный аромат, он привлекает ангелов. Поэтому, да, безусловно, может быть, вы не пользуетесь именно маслами или еще что-то, просто чистота. Это всегда важно. Но еще и прекрасный аромат – это супер. И вот как раз в этом процессе ароматности жизни, благоухания жизни, маленький вклад от ummabook.ru. Возможность купить разного объема масла и приукрасить свою жизнь дополнительным ароматом. В Москве и в городе Алматы у нашего интернет-магазина есть точки выдачи. Вы приходите в Алматы, либо в Москве, приходите в точку выдачи, адрес можно найти на сайте ummabook.ru, и на точке выдачи вот такую вот подставочку встречаете, вам объясняют, вот такой аромат, разные ароматы, пробуйте, смотрите, но учтите, аромат раскрывается постепенно. Поэтому, когда вы придете в нашу точку выдачи, вот первое, что сделаете, это помажьте один аромат на одну руку и второй аромат на вторую руку. Только не забудьте, на какую что помазали. Потрите, а вот дальше уже выбирайте то, что вам нужно, пусть пройдет ну хотя бы там 20 минут. И тогда аромат раскроется именно под вас, именно на вашей коже, и вы сможете решить, подходит вам это или нет. То есть изначально из всех ароматов на нос подберете то, что вам подходит, а потом уже из 2 подходящих на одну руку, на другую 20 минут подождите. Разотрите, 20 минут подождите, как это будет именно взаимодействовать с вашей кожей. Так что ummabook.ru.